Я возвращаюсь к теме словаря и текста «Живого камня». Я уже об этом и говорила, и писала, и позволяю себе это повторять, потому что мне обидно, что ни у кого эта тема не вызывает отклика, а мне она кажется интересной и целесообразной. Поэтому я, знаете, так могу перефразировать Державина. «Не видят, внемлют и не знают, покрыты мглою очиста». Ну вот, еще раз хочу привлечь к этой теме внимание. Мы видим за эти годы, что живой камень, он просто лавинообразно тянет за собой новые-новые взгляды, ракурсы и так далее. И пора бы, опять-таки цитируя другого писателя, пора бы сузить. Все появляется, все приобретает слишком широкий характер. То есть, ну, как-то некоторые рамки для того, чтобы были видны какие-то направления. Мои предложения были составить текст и словарь камня. И под текстом я имею в виду не петербургские тексты, вот такие N-тексты, а именно конкретные тексты, которые, как говорили во времена «In my hot youth», теоретика множественное произведение того, что было найдено, наработано и так далее. И в качестве примеров я приводила три текста из такой основываясь на лингвистике. Это басню Шлейхера об овце, то есть басни, написанные на индоевропейском языке, восстановленном им. На ностратическом языке текст, предложенный основателем ностратического языкознания Ильичем Свиточем. И, наконец, более близкое к нам по такому мифопоэтическому складу формула, предложенная Ивановым и Топоровым для шифровки основного мифа, так называемого основного индоевропейского мифа о громовержце, который поражает змея, находящегося под скалой, и освобождает скот, и освобождает воды. Это все можно записать, в общем, одной формулой. И мне самонадеянно кажется, что нечто в этом роде можно сделать и с камнем. Отчасти у нас и был такой опыт пройти живой камень по Рускорпора. Рускорпора обладает и достоинствами, и недостатками. К недостаткам и одновременно достоинствам, надо сказать, относится его открытость, потому что ты не можешь поставить точку и не можешь сказать, насколько этот материал, собственно говоря, надежен, ограничить. Вот и не можешь. Тем не менее, интересные выводы на его основании сделать можно. Это у нас помещено в журнале «Новые гуманитарные». Ой, где Володя? Исследования, русские гуманитарные исследования. И вот на этом я решила идти дальше и выбрать в качестве характеристик, в качестве материала для характеристики живого камня загадки. Ну, загадка, первый детский текст, первый текст, с которым знакомится человек. И загадка представляет собой алфавит мира. Поэтому найти там
что же говорится о камне, представлялось достаточно разумным. Поразительно то, насколько мало нужно для того, чтобы сделать камень живым. Значит, мертвый камень – это неподвижность, холод и молчаливость, то есть немота, что и описывает иной мир. Для того, чтобы камень стал живым, надо, чтобы он двигался, надо, чтобы он говорил, и чтобы он изменил температуру. Собственно говоря, вот эти вот три признака. И, ну так, смело говорю, что больше в загадках вы не найдете. На самом деле это явно не так. Вот коллега Стунджини отказалась мне показать материал литовских загадок. Я же не могу сказать, что я исследовала загадки, я просто взяла наиболее известные собрания садовников Митрофанова, Рыбникова. Загадок относительно немного, и интересно, естественно, то, что в левой части, и то, что в правой. То есть это получается своего рода ассоциативный словарь. Загадка, которая описывает камень. Я буду по-русски. Там есть диалектные, попадаются, ну, знаете, в этих собраниях есть и белорусские, и так далее. Но я уже буду по-русски, тем более при носителях-то. «Живет долго целый век, есть не просит, бо не человек». Вот это вот замечательное определение камня. То есть мы считаем априори, что камень живой. Потому что он живет, то есть вот камень живет долго. И от человека отличается только такой благородной сдержанностью в еде. Как камень движется? Он движется по вертикали и по горизонтали. Движение по горизонтали. Да. Случались у меня споры с коллегами насчет движения камня по горизонтали, потому что камень движется, потому что его бросают. Действительно, это так. Но что делается после того, как камень бросают? Он летит. А что такое летит? Это он уже сам летит? Собственно говоря, это случай нашего с Людмилой Олеговной любимого кёрлинга. То есть камню дают направление, а дальше он уже делает, ведет себя самостоятельно. То есть камень начинает двигаться сам. Я не знаю, у нас будут библейские доклады, и будет ли там цитироваться книга пророка Даниила, в которой именно это и говорится. Там говорится, что царю было видение истукана. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил его» и так далее. Вот это идет именно эта амбивалентность. И что было после этого? Камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Какой это камень? Живой? То есть вот это свойство живого камня. Этот мотив мы прекрасно знаем у Тютчева. «С горы скатившись, камень лёг в долине, как он упал, никто не знает ныне. Сорвался ли он с вершины сам собой или был низринут волею чужой». Оставим эту амбивалентность как возможность оживления камня.
И последняя цитата поэтическая из этой области – это Кузьмин. «Покорный камень не пытает, куда летит он из пращи». Но он-то летит. Значит, вот это движение по горизонтали. А движение по вертикали – тут все гораздо проще и определеннее. Камень растет. Раз он растет, он и делается, он и воспринимается как живой, поскольку расти, свойство расти приписывается живому. Значит, движение в разных направлениях камня, ну, в общем, это более или менее понятно. Интересно следующее. Свойства камня, свойства живого камня, звук, звучание. Это вот удивительно, этого мы не замечаем, этого свойства камня. И у нас он в наших исследованиях так не очень он был заметен. Причем имеется в виду не говорящий камень. Вот отчасти вот то, что было написано на камне, это как бы такая письменная речь камня. Но не говорящий камень, а камень именно звучащий. Первый раз у нас это прозвучало как раз в связи с Фетом. В связи с Мемноном, где камень просто звучал. И в загадках это довольно распространено. Камень в бане, каменка в бане шипит от воды. Или загадка. Отгадаете или нет, от белого камня, из белого камня родился, весь свет будет. Кто? Ну, отгадать-то нельзя, естественно, как все загадки. Петух. Очень важно. Значит, тут такой двойной признак жизни камня. Что? Прямо золотой петушок родился. Ну, естественно, да. Но только там он металлизован. Да. То есть, с одной стороны, вот эти вот плодоносящие свойства камня, с другой стороны, звучание. Загадка-то это, в общем, одна, а переходя на другие жанры, премиологические приметы и так далее, бросать камень в воду, коли забурчит, то муж будет воркотун. А нет, загадка, простите, не одна. В озере волки воют, это камни в бане. То есть загадки о звучании камня, в отличие от поэтических, они связаны еще с температурой. То есть камень звучит, как в загадках, когда он горячий. То есть камень теряет еще одно свое свойство, вот эту, так сказать, отрицательную температуру, то, что он холодный. Он становится теплым, он становится горячим, он звучит, и он двигается. Теперь классическая загадка, где появляется камень. Катится катушка. Или катится, нет, пожалуй, катится. Катится катушка, ни зверь, ни птушка, ни камень, ни вода не отгадаешь никогда. Ну, да солнце или луна. Теперь, катиться – это двигаться, переворачиваясь. Из набора зверь, птица, камень, вода – это соответствует только камню.
Только камень катится, вот валун или галька, только он катится, переворачиваясь. Я сразу скажу, что есть замены, там пламень вместо камень, еще какие-то замены. Но тем не менее, получается, что именно камень оправдывает, что ли, эту структуру загадки, что он катится. Он движется или движется только камень. Рускорпора дает много видов движения камня. Он ползет, об этом у нас был делал доклад, скачет, скользит, спускается, падает и так далее, просто оживает. И я предлагала и предлагаю его спокойное состояние, то есть когда он лежит и так далее, считать не неподвижностью, а позой, то есть концом движения или преддвижением, или началом движения. Вы знаете, есть ведь такая метафора, там камни уходят в море, не только камни, а и другие неодушевленные предметы. Дома уходят вдаль и так далее. Уходят. Что это значит? Это не движение, а это скорее поза, ну, расположение. Значит, движение, температура, звучание. Так описывается живой человек. А? Поза. Поза как начало или конец движения. Ну, собственно говоря, такие примеры, иллюстрации обратные, они вдруг появляются в совершенно неожиданных текстах. Знаете, такой популярный романс «Свидание». Слова Булахов на слова Грекова. «В ночь, когда сияние звезды разольют». Значит, и на мир в молчании мрак и солнце идут, идет на свидание к ней. И как описывается, что это свидание с мертвой? Нет в нем ни лобзания, ни пожатия рук, нету движения, и хранит молчание мой прекрасный друг. И все. Вот вам, пожалуйста, такой вот обратный камень. То есть камень, свойства камня, не живого камня. Так. К позе бежали три брата. Один говорит: давай побежим, другой говорит: давай полежим, третий говорит: давай пошатаемся. Ну, это уж понятно. Река, камень и трава, или там, растения. И опять-таки, давай полежим. Ну, это тоже такое отрицательное движение. Это некоторая поза. То есть все время камень попадает в орбиту движения. Теперь я не случайно, Мария Вячеславовна спрашивала об этой паре камень и вода, насколько она распространена. У меня время еще есть или нет, Лена Михайловна? Чего? 10 минут еще абсолютно точно. Сколько? 5? 10. 10? Не верю. Ну вот. Вот это пара камень и вода. Противоположности, которые мы рассматриваем с точки зрения живого камня, который приобретает свойства воды. Ну, поразительно то, что они друг без друга как бы не могут. И можно рассматривать в одну сторону,
То есть камень приобретает свойства воды. Собственно говоря, вот это и было, пожалуй, в докладе. Все время камень находится в воде, обтекает и вода его. И в конце концов это естественным образом кончается тем, что камень начинает плыть в воде. То есть его движение камня приобретает уже такое невероятные качества, потому что камень изначально в воде плыть не может. Но мне интересно другое. Другая трактовка этой пары. Когда не камень действует, как вода, а обратное направление. Когда вода, не камень подражает воде, а когда вода подражает камню. Вот этим мы, в общем, совершенно не занимались. А между прочим, очень интересная тема. Она опять-таки вот в докладе о воде и камне была. Значит, камень должен быть лежачий, а вода двигающаяся. Но вода бывает стоячая, вода, соответственно, бывает мертвая в противоположность живому камню, и вода бывает твердая. Вот эти вот вода, которая стоит в камне, и это, конечно, открывает еще тему камней-следовиков, потому что что делается, когда в этих сверхъестественных углублениях, оставленных там, соответственно, сверхъестественными существами, застывает вода, и свойства стоячей воды, то есть они, как известно, абсолютно другие. То есть получается, что живой камень, его альтер-эго, не альтер-эго, а как сказать, ну, альтер действительно в смысле другой, противоположный, это вода, и они связаны. И у нас же была целая конференция «Камень и вода», и у меня там был доклад об Александре Иванове, о стереоскопе, о том, является ли камень декорацией произведения или он является персонажем. А дело происходит в Петербурге, ну и Петербург без воды совершенно нельзя себе представить. Там должна быть вода. И вода есть, но в этом произведении вода, в общем, стоячая. Она не течет, это замерзшие лужи, это лед. То есть вода превращается в камень. И надо сказать, что такое не средостение, а нечто среднее между камнем и водой, стекло, конечно, это такое искусственное. Искусственное среднее между камнем и водой. Как тут разделить, где живое и где мертвое? Это опять-таки ну, вот такие вот свойства модели мира и картины мира, причем не только архетипической, но и секуляризованной, потому что мы находимся в этой модели в гораздо большей степени внутри архетипа, в гораздо большей степени, чем мы себе это представляем. То есть, строго говоря, как мне кажется, эта тема «Живой камень» оказалась столь живой, разнообразной и плодотворной, еще и потому, что мы это видим и ощущаем на собственном опыте. То есть для нас этот вот холодный, теплый камень, звучащий камень,
Вот, я себя ограничивала загадками, а литература о мифологии камня, там наверняка и в белорусском есть традиции «Звучащие камни». Мне просто попалась действительно интересная статья, кстати, по-моему, нет, она о петербургском материале, о теплых камнях, о звучащих камнях, о звенящих камнях, причем не о говорящих камнях, не о камнях, дающих какую-то такую членораздельную информацию, а просто они звучат. То есть поражает меня то, насколько живой камень, для того, чтобы описать живой камень, причем описать по текстам, описать по словарю, не надо каких-то сложных сюжетов, можно обойтись без пространных текстов, потому что все аккумулировано буквально в нескольких словах, на уровне слов. Движется вверх, растет, движется по горизонтали, движется вниз, то есть по вертикали, падает, звучит, ну и, собственно говоря, и все, не ест, все. Я как раз вчера рассказывала о камнях литовской поэзии, которые оказываются очень звучными. Они все время говорят, то есть они все время издают звуки, они могут стонать, плакать, рыдать, и говорить, петь и даже диктовать. Это уже такое поэтическое, потому что разговаривать даже и не надо. Надо звучать. В общем, он звучит. Татьяна Ивановна, я хотел вот что заметить. Ну, помимо таких, как бы, очевидных маргиналий, как бы, да, избыточных вроде. Чего? Помимо таких, в общем, избыточных вещей, как, ну, этимология камня по-гречески, да, от «петомай», и во-первых, вот в, так сказать, ну, мета-языке вот этой проблемы живого камня может быть удобнее было бы как негативный полюс называть камень не мертвым, а костным. А, да. Потому что мёд как-то вовлекает много лишних ассоциаций. Во-вторых, я подумал, что есть интересная, так сказать, сильная позиция для выявления признаков вот этого костного камня по сравнению с живым. Это процесс окаменения, который все-таки многократно описан. Я не помню, много ли примеров у Овидия, но, по-моему, «Дочери Ниобея» там описаны. Но, в принципе, вот этот процесс, так сказать, с овидиевской тщательностью описанный процесс окаменения должен как раз именно выявить набор релевантных признаков. Вы знаете, мы ведь в живом камне останавливались перед вот таким окаменением или оживлением. То есть считая, ну, что это уже такой, это более известный, эти застывшие люди или оживающие люди. Тут интересно был камень как таковой. Поэтому эту тему мы, в общем, и само собой это так и получилось, мы ее элиминировали. Спасибо большое за доклад, Татьяна Владимировна. А вы смотрели загадки, где отгадка не камень, а валун или гора, или скала? Что? Смотрели ли вы загадки не про камень, а про его родственников? Нет, смотрела только про камень. Потому что исходило из слова. Словарь должен быть привязан к слову. И кроме того, камень – это обобщающее, так сказать. Камень – это
и скала, и так, ну, скала тоже камень, естественно. Но все-таки это частный случай камня.